Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» проводится в Крымском районе с 22 по 31 июля. Данная операция направлена на выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также в целях общего снижения аварийности по причине совершения ДТП с участием водителей данной категории. Мероприятие – это предупреждение дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, а также пресечение фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. Так, 26 июля 2019 года в городе Крымске нарядами ОВДПС и ОГИБДД отдела МВД России по Крымскому району была проведена массовая отработка по проверке водителей на наличие признаков опьянения. В проведении профилактического мероприятия было задействовано 5 совместных экипажей ОВДПС и ОГИБДД в составе 11 сотрудников, которые несли службу по надзору за безопасностью дорожного движения. В период проведения массовой отработки с 19 часов 30 минут до 23 часов сотрудниками ГИБДД в отношении водителей было составлено 28 административных материалов. Выявлен один факт нахождения государственных регистрационных знаков и свидетельства о регистрации в розыске. Всего с начала проведения оперативно-профилактического мероприятия в отношении водителей составлено 5 административных материалов за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Госавтоинспекция по Крымскому району призывает граждан сообщать информацию о каждом факте управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Сообщать можно по телефонам 8 861 31 4 78 85 или 020.